плачь, не плачь, не плачь. Всем привет, друзья. Я тут пирожками занимаюсь, а детки болеют, капризничают все. Все с температурой. Кашку хочешь? А, ну да, я же ушла, тут кормила его кашкой. Буду с рисом, с яичком делать. Все приготовила уже. Ну, немножко теста сделала. Сейчас нам чаек попить. Чтобы быстренько ребяткам перекусить повкуснее. Потому что сейчас аппетита у них нет совсем. Да, ну нынче и грипп, ребята. Это ж вообще какой-то ужас. Очень тяжелый. Санечка, запивай. Прям невозможно. Все в лёжку. Вчера кое-как ребятишек от температуры, как говорится, вывели. Я сегодня вообще всю ночь не спала. Все дежурили с Сашей. Ну, Саше на работу надо было. А я уже потом говорю, иди ложись, да я посмотрю за ними. А сегодня и он у нас слег с работы, уже ушел. Все. Тяжело ему. Бедненькие детки. Так, у меня тут масочка уже греется. В такой латочке буду готовить. Да. Ну вот кашка, если останется, ребята доедят. Ты будешь? Не хочет, я им тоже предлагала. Болеют. Сейчас уже сегодня на антибиотики сели, то противовирусные пили, а сейчас уже на антибиотики. Я вообще не знаю, мне кажется, везде сейчас такая эпидемия страшная идет. Все школы позакрывались, детские сады. И у нас тоже так же все позакрывалось. Все дома. Первый раз такая эпидемия, я такого раньше даже не помню за свою жизнь. Ну вот так у меня все получилось. Сейчас оставлю на расстоечку, пусть немножко поднимется тесто. Все, вот сколько, видите, осталось начинки. Ребятишки так скушают. Покажи Ване своего динозавра худого. Ой, скажи, какой у меня худой динозавр, который он, помните, просил. Маленький, хорошенький, теперь у него есть. Так, я тут жарю. Пирожочки наши. Не говорящие? Хорошо, это Алисе делаю молочко. Наш тут фильм какой-то смотрит военный. Патриотичный. Вот такие пирожочки у нас. Ванюша не хочет кушать начинку. Еще подкармливает свой динозавра. Делится с другом. Не любит лук, а там лук жареный. Я говорю, ну, Ваня, ты хоть вокруг все скушай. Мама сердцевинку съест. Ну, сейчас Ваня что-нибудь нам приготовит опять. Да, Ваня? Она выщипывает, потом съест. Алися, привет. Помаши всем привет. Ты что, вредничаешь сегодня? Что вредничаешь? На ручки бросишься, да? На ручки бросишься. Берите меня скорее маленькую. Папа платьишко одел сегодня. Да? Иди ко мне. Ребятки у нас здесь решили полепить. Сегодня температурки уже такой нету. Зато у Алисы сейчас температурка у нас 38. Вот. Дай ножик мой безопасный. Безопасный ножик тебе. Такой вот безопасный ножик детский. Сейчас, Надюш, подожди, приду. Миша мне помогает, смотрит за Алисой. У него сегодня 38 температура поднялась. Все вот почти у нас от температуры или последней заболела Алиса, да, моя зайка? Ставим свечечки Виферон, ей капельки противовирусные в носик, там врач назначила. Да, моя зайка, не болей. Ну, вот так вот у нас тут пока дела такие. Ну, что будете лепить? А? Хоть хорошо тут очищается-то потом, если что, протереть. Надо вам досточку специально для лепки купить. Оу, тебе тоже нужно какой-то ножичек, да? Да. Ох ты мой зайка, сейчас. На, вот такой вот пластиковый тебе ножичек. Ну все, занимайтесь. Пойду Алису поменяю подгузничек. Пойдем подгузники менять.
А? Пойдем? Пошли? Вот все в рот, все в рот. Соску пристегнула, но она ее вообще не сосет, она просто ей играет. Она у нас совсем соску вообще никак не воспринимает. Просто уже прицепляю. Говорю, ну ты хоть погрызи ее, а то иначе она вообще пальцы тут начинает до кулаки сосать. Пойдем одеваться. Мальчишки принесли овощи. Морковочка у нас вот такая и свекла. Сейчас картошку еще принесут. Будем кушать, готовить. Вот нормально вроде сохранилось, там ничего не промерзло. Хорошо. А вы давайте все по баночкам складывайте. Будем убирать. Что там? Папа еще помидорки с огурцами принес, да? Холодильничек пока убрали. Ну. Вань, давай, складывай. Мы моем игрушечки. Будем их сейчас дезинфицировать. Навели вот растворчик в бак. Там помогают мне ребята. Выбирают игрушки все от Лего. Я их тут раскрываю, чтобы они... Или они иногда вот так вот скреплены, чтобы они каждой по отдельности были. Сейчас хорошо все это промыть. Промочим прямо вот эту водичку. Постоит немножко, потом несколько раз выполощим, высушим обязательно. Потому что ребятишки сейчас болеют. Нужно все продезинфицировать. Значит, эта зараза нас это оставила. Там много, конечно, всяких мелких деталей у нас в этом, в коробке, поэтому сейчас очень сложно будет. Я вот пока что хочу отдельно вот этот Лего перемыть, а потом все остальное. Игрушки мягкие надо перестирать тоже. Сейчас пока у меня стирка там занята, машинка. В общем, здесь вроде все. Опа. Это обязательная процедура, когда ребятишки болеют, нужно промыть игрушки. Так делают в детских садах, по крайней мере, должны делать. Вот видите. Хорошенько все промоем. Потому что все в рот тащит. Санька у нас так вообще еще все обсасывает. Хоть ему вот вроде 2 года, да, все равно все в рот тащит. Ну так, потом еще самолетики всякие, тут игрушки мягкие. Просто перестираем. Здесь очень пусть постоит все это. Так, оставим. Минут на 20, может даже 30. Постоит. Да, Ваня? Игрушки мыться пошли? Ну, чистые будут? Да. Вот ребята выбирают игрушки мне, перебирают. Мягкие отдельно. А вот это тоже можно? Можно помыть, да. Потом все это высыпем, и еще коробку нужно будет протереть каким дезинфектором хорошенько. Мальчишки мне начистили картошки. Вот, сейчас буду толченочку варить. И у меня здесь будет винегретик. Все, сейчас я это все залью. Молодцы. Мальчишечки почистили мне. Надя там продолжает гладить у меня. Алиса спит. Уснула тут возле телевизора. Когда шумно, она хорошо спит. Папа отцепил на. Что, там тоже игрушки? Надо доставать. Сейчас, подожди, папа достанет. Я пока не могу, мне нужно картошку залить. Да. Сейчас папа освободится, а я пока заливать буду. Все, надо помыть под тазик. Они что, сюда поставили? А, нет, не поставили. Ой, у меня тут выкипает. Так, сейчас буду наливать мыло жидкое. Вот такое мы берем, обычное. Это арбузный фреш у нас. И вот так просто заливаю. Одну вот такую баночку у меня руки мыть. А здесь я заливаю фейри специально. Тряпки стирать там, где-то посуду помыть надо. А вот это для рук уже у нас будет. Нет, Слава, еще давай наливай. Все, мы поперемыли игрушки в растворчике. Сейчас я их сполоснула уже на один раз. И сейчас еще хочу, чтобы уже конкретно все поперемоем. Потом будем сушить. Вот Славика поставила, говорю, Слава, набирай здесь снизу. Вот так наберете и выключите, хорошо? Я пока что пошла лекарство раздам ребяткам там. Алисе надо. Температурку сейчас померила. 37,7 у нее. Вот она, Алиска, киска. Где ты? Алиска, киска, ты где? Маленькая девочка, не плачь. Скажи, я заболела? Заболела. Девочка, мы что-то эти дни уже так устали от этих болячек, Саша. Вообще просто сил уже никаких нет. И не высыпаешься, потому что детки же нужно каждые 2 часа, там 2-3, мерить температуру, замерять. Смотреть, чтобы все было хорошо. В общем, не получается пока отдохнуть никак. Сейчас продезинфицировали дом.
все более-менее сделали. Ну, а толку-то тоже вот эта вся дезинфекция, да, так это малая часть какая-то, в основном все равно все заболели. Хоть проветривая, хоть не проветривая, я и кварцевала, все делала, и мы дышали, и тут и ели все эти овощи, фрукты, и лук, чеснок, все, что можно было. Лимонад делали, лимоны они у меня так не едят, лимонад пили. Вот, ну и все равно все по цепочке заболели просто. Вот, ну Лиза уже сегодня получше, температуры нет. Да, ну это у нас Алиса сейчас заболела, считай последняя. Вот, так что пойдем свечки ставить, да? Все, покушали, сейчас все пообедали, картошечку на ужин будем делать, винегрет. Это то, что сейчас быстро я могу приготовить, с оленями, со всякими. Протри, пожалуйста, стол, мы тут лепили, смотри, что творится, пластилина, ладно? Я пока свечку Алиске поставлю. Так, девчонки, у нас делать винегрет на вечер, на ужин, винегретик сварился, все почистили. Вот сейчас я им показала, как нарезать такими кубичками. Все понятно вам, да? Ну, Надя, слишком мелко делаешь, чуть-чуть покрупнее, слышишь? Покрупнее. Сама не очень. Нет, это слишком мелко. Побольше. Ну, делайте. Ну, вот так, ребята, намыли мы сегодня игрушки, наконец-то, перемыли. Здесь тоже в кухне поставили, пускай за печечки сохнут. Пока тут все просто в куче лежит. Все, что не нужно было, выкинули. В основном тут конструктор у них. Тут мелкий конструктор у них. Вот. Сейчас, ребятки, уже все легли спать. Померили температуру. Вроде температуры ни у кого нету. Вот я Алисоньку уложила тут баньки. Температура у нее вроде тоже... Ну, она вот все прохладненькая. Все прошло. Свечечки поставили. Так что, ребята, надеюсь, про болячки больше не будем снимать. Вот это видео решили снять, вам показать, что эпидемия действительно была тяжелая. Очень тяжело все переболели. Дай бог, чтобы сейчас все у нас прошло, все. Ребятки у нас выздоровели. Так что все, будем с вами прощаться. Всем удачи и пока-пока.